Вторая песня – посвящение жене. Прости, родная, если плачу по ночам, прослушав записи афганских песен. Прости, быть может, я когда-то накричал, или бываю иногда не весел. Прости за боль, что ломится в висках, и не даю порою разогнуться за шрамы на лице и за крутой мой нрав, и что утрами не могу проснуться. Прости за то, что по ночам кричу или не сплю до самого утра. Прости за то, что про афган молчу. Рассказать тебе давно пора, но не могу, не нахожу тех слов, чтоб выразить все чувства, ощущения. Как рассказать тебе, чем пахнет кровь, как описать бессилие мучения, как выглядит сгоревший труп или разорванный в клочки товарищ, как защищает тебя телом друг, и как душа горит от пламени пожарищ. Как объяснить тебе, что чувствовал тогда, когда очнулся в госпитальной койке, и что в душе моей остались навсегда Афганистана рваные осколки. Прости, родная, если плачу по ночам. Спасибо.